Владельцам земельных участков до 6 соток налог не грозит. Сегодня об этом и других изменениях рассказали в Ярославском региональном управлении налоговой службы. Так, для льготных категорий граждан из платежа будет вычитываться сумма налога за 6 соток, а за остальную площадь участка придется заплатить. Вычет 6 соток, он применяется только к одному земельному участку. В данном случае налогоплательщик, он самостоятельно может уведомить налоговый орган, по какому конкретно земельному участку он хотел бы применить данный вычет. За второй участок налогоплательщику придется заплатить налог в полном объеме. Платить имущественные налоги станет проще. В уведомлении нового образца будет указана сумма за все имущество граждан. Некоторые ярославцы уже получили таковые. Уведомления не будут высылаться тем, чей налог составляет менее 100 рублей. Его можно оплатить позже, когда накопится большая сумма. Более подробную информацию обо всех нововведениях можно найти на сайте Федеральной налоговой службы. Срок уплаты налога на имущество за прошлый год истекает 3 декабря.